Всем привет! Мы гуляем по Познани и идем сейчас в центр старого города смотреть, как в 12 часов два козелка сталкиваются лбами. Сейчас вам покажу. Вот такая приятная улочка, и мы идем в сторону рыночной площади. Вот мы вышли на рыночную площадь, направляемся. Козликом фонтанчик я вижу, пряничные домики характерные для старых городов Польши. Очень красиво. Это Познанская ратуша. И здесь уже собрался народ в ожидании 12 часов. Осталось 10 минут. Будем смотреть, откуда выйдут козлики. Наверное, вот над часами окошечко. С этой стороны также очень красиво. Вообще, старые города польские, они очень похожи друг на друга. Ну, где-то есть ратуша, где-то она чуть в другом месте. Но в целом очень-очень одинаковые, симпатично, очень приятно погулять, много кафешек, можно посидеть. И также продается мороженое часто, гофры, какие-то сладости, ну, конечно, напитки. Вон они Мы сейчас прошли до кафедрального собора Петра и Павла. Это самый старейший собор во всей Польше. Ну, вот он, недалеко от старого города.